Да? То есть я думаю, что он спятил, какая стагнация. Мы только-только, так сказать, двинулись вместе со всем миром, каким-то неведомым и прекрасным вершинам нашей жизни, вероятно, он спятил, какая стагнация. И за это время, после этого автографа, много раз предлагали снять какую-нибудь вторую ассу, что-нибудь там продолжить как-то. Я всегда думал, какие глупости, там все закончилось, как перемен, хотим перемен. Ну, вот. И вдруг во время съемок Анны Карениной до меня дошел смысл Буриной надписи старой. Я вдруг увидел, что действительно все перемены произошли, как говорят там, значит, по-русски, да, жизнь устаканилась по новой. И устаканилась, я думаю, на очень долго. Вот. А поскольку я там, в этой самой толпе, которая требовала перемен, тоже стоял и тоже махал руками, и тоже кричал, что значит перемен, хотим перемен, вот, я понял, что я несу часть ответственности за те перемены, которые произошли, и которых мы так требовали, так кричали и так сильно жгли. Значит, все, что горело.